Соглашение о сотрудничестве было подписано между руководством Магнитогорского государственного технического университета и муниципального предприятия «ТРЕС Теплофикация». Подписание договора состоялось в рамках Дня МГТУ, который провели в стенах предприятия жизнеобеспечения. Это уже не первое мероприятие такого формата. По свидетельству заинтересованных сторон, дни университета одинаково полезны как принимающей стороне, так и учебному заведению. Пиковая котельная на Ручьево, чью трубу видно практически из любой точки города. В машинных отделениях ровный гул, приветливо мигают датчики. Руководство теплофикации не без гордости проводит небольшую экскурсию по предприятию. Хозяйство здесь хлопотное, причем забот хватает как в разгар отопительного сезона, так и в межсезонье. Сегодня мы все рабы цивилизации, и отопление наших жилищ – штука чрезвычайно технологичная, требующая и высочайшей инженерной квалификации, и смелых технических решений на уровне научных разработок. Иными словами, как и любое современное предприятие, теплофикация сегодня нуждается прежде всего в образованных, грамотных кадрах. Об этой мотивации говорили как во время экскурсии, так и на встрече с трудовым коллективом в актовом зале теплофикации. Что касается вуза, то и здесь мотивация для проведения таких встреч, как говорится, налицо. Для того, чтобы сегодня быть эффективным и уверенно смотреть в будущее, научно-педагогический потенциал вуза должен быть загружен на полную катушку. Так и сошлись интересы таких, казалось бы, разнопрофильных организаций, как МГТУ и ТРЕС Теплофикация. Актуальность встречи подтверждала неослабеваемое внимание, с которым работники муниципального предприятия слушали выступление ректора МГТУ Валерия Колокольцева. Итогом встречи стало подписание долгосрочного договора о сотрудничестве между МГТУ и муниципалами, документально подтверждающего выше обозначенные намерения и мотивации. Также в договоре прописаны ближнесрочные перспективы сотрудничества. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.